Еще молот возьму. Ух ты! Блин. Горите, 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 горите. В аду, твари. 31 уровень, кстати, здесь был. Все, 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 все. 137 опыта дали. Нормально. Ух, как много их тут. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно, хорошо молотовых набрал. Сверху будем их отстреливать, да? Смотри, что у тебя с колесами. Ты весь мост снес. Так, ну что мы делаем? Спускаемся туда. Страшно, правда, но у меня молот. Да давай, прыгай уже, ёпта. Прыгай, ладно, ладно, я шучу, конечно. Так, лабораторию. Упс. Так, еще один тут был. Давай, быстрее, быстрее, быстрее кушай. Пока он не проснулся. Злобный наш. Так, вот ящик. Колонна немощная. Сейчас продам там, я просто набрал дофига всего. Так, у тебя все в порядке? Смотри, опять этот мужик. Да не, он мертвый, если что. Так, подожди, а куда нам надо забежать? А, все, понял. Сейчас отремонтирую еще, мне тут надо быстренько, чтобы потом просто не... Ух. О! Вакидзаси истребляющая. Офигеть. Офигеть. У меня 700... тоже есть такой вакидзаси. А у тебя есть истребляющая? Да. Офигеть, слушай. Просто ад. 1300 первая ступень модернизации, последняя 4000 ступень модернизации. У меня все модернизации. Васизаси. Васизаси. Сейчас забегу, короче, мне надо еще тут быстренько все слить. Так, дай-ка. Так, продать. Так, вакидзаси хрупкое продаем. Так, колун немощную продаем. А, пистолет, бомбы, дезодорант оставляем. Большой колун, паралич тоже оставляем. Правда, у меня что-то дешево идет на продажу. Вот, ну ладно, ничего страшного. Наверное, все-таки эту модификацию надо было... Так, быстренько по ящикам. Пусто, пусто. А где модификация делать? Заглянуть не помешает? Этом, на верстаке. Ну-ка, пойду-ка позырикать, а что там-ка? Давай, давай. А я пока сейчас задание отнесу. Создать? Да, создать. Если у тебя чертежи есть, есть же у тебя чертежи? Да. Вот, смотри, там, почитай. Там описание есть, как бы. Очень впечатляет. Спасибо. Думаю, это поможет нам. Окей, понял. О, yes. Магнум быстрая. Не знаю, продать его. У меня патроны есть. Да, наверное, продам. Так, что здесь у нас еще есть? Так, нужно зайти поговорить с Уэстом. Но перед тем, как я это сделаю... Я это, конечно, сделаю. Или ладно, сделаю. Фиг с ним. Поговорю с ним. Давай, заходим к нему. Заходи, золотой. Не стесняйся. Кажется, общая картина про кору – эндемическая болезнь местного населения. Но инкубационный период длится до 12 лет. Многие аборигены выработали иммунитет, и их организм способен подавлять вирус еще дольше. Но этот новый вирус совсем другой. Он сжирает людей в считанные часы. Думаю, я мог бы создать вакцину, но для этого мне нужен вирус куру, еще не успевший мутировать. Вы мне поможете? Вирус куру нужен, короче. Поможем. 8500 опыта. Как тебе моя штука? Сейчас сделаю посмотрю, все, что сейчас смогу. Я просто не вижу. Вам надо здесь найти кого-то из клана Опе, у кого не было контактов с зараженными, и взять у него образец ткани или крови. Поговорите с шаманом. Запыхался, я слышу. Потому что я даже не знаю, персонаж дышит. Остались ли еще такие? Хорошо. Теперь вам нужно найти. Ну-ка, показывай. Это что такое еще? Жнец. Звучит угрожающе. Так, мне надо в слот что-нибудь поставить, этот мой вакидзаси истребляющий. Так, дайте-ка поставлю. Куда бы его вставить? В бутылки, конечно. Так, магнум, магнум сейчас я продам. Это 100%. О, еще смотри, задания появились. Так, Лошанс и Гуен. Так, давай к Лошансу подойдем сейчас.
Блин, задание нам прям подсовывает, ёлки-палки, а? Мы разработали формулу, которая может временно сделать человека невидимым для нежити. В ней используется феромоновый ингибитор. Давай, давай. И зомби начинают считать, что ты один из них. Пойду серп. Но чтобы закончить формулу, мне нужен ингредиент под названием икоридин. Он очень летучий, и мы храним его в специальном хранилище. Как думаешь, сможешь мне его принести? 3000 опыта дают и модификация детокс ружье. И коридин. Давайте сделаем это. Здесь, наверное, Требьон, нужное тебе хранилище находится за главным зданием. Отлично, недалеко, меня это радует. Так, дай-ка я сейчас рядом с ним жахну, короче, кое-что. Так. Та-дам. Так, тут деньги, 96 баксов, не помню. О, сейф. Какое мы задание сейчас выполняем? Блин, в сейфе было, прикинь. Mm. А, 2200 я нашел. Удалось найти. Так, дай-ка выкид за себя. Гвозди аккуратно. Какое задание? Просто терминатор. Да подожди, я сейчас, смотри, еще задание возьму. Но здесь вот это, которое я взял, тут оно очень рядом. Сейчас я просто вот здесь еще восклицательный знак у нас. Так, здесь или... А, вот к этому надо зайти. Так, что у него тут? У вас есть минутка? Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Прощаю. Если вы вдруг окажетесь рядом с третьим бунгало, не могли бы вы поискать там мои рабочие материалы? О, еще одно задание. Мой ноутбук здесь должен стоять там бунгало. На столе. Я работал над симуляциями сворачивания белков. Если вы найдете мои записи, вы принесете их мне? На восстановление этих данных у нас уйдет несколько дней, а у нас этих дней нет. 3000 опыта мачете дает. бежевая. Посмотрим, бежевая что я смогу надпись сделать. Отлично. Я буду ждать здесь. Так, спасибо. Смотри, тогда предлагаю сейчас пойти на склад. Значит, выбирай задание. Говори название задания. Где мои данные? Готово. Ой, не на склад, а пойдем за этим. Ну, а, нет, стоп. Нет, нигде мои данные. А репеллент от насекомых. Он ближе всего. Чё? Репеллент от насекомых. Задание называется. Поспешите. Готово. У нас осталось совсем мало времени. Так, все, выбегаем тогда. Побежали. Магнум надо продать. Так, продаем. Магнум быстрая. Всего-то 500 баксов дают. Так, большую колонну. У меня терет паралич. Все, я готов. А, стоп, модификации надо посмотреть. Что мне можно сделать? Создать. Да ничего, тут у меня вообще ничего нет. Фактически. Ты же на улице, я так понимаю, да? Бежишь туда к заданию? Совершенно верно, ты понимаешь. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, как страшно. Оп, бег с препятствиями. Ну что, нормализуй все. Давай, вали пока его, я пока перепилил. Еще один молотов на халяву взял. Эй. Improving. Так, импрувинг у меня, прикинь. Так, еще один молотов. Да вы че, просто халяву душечку взял. И канистр тут еще есть. Но она не взрывается. Обрати внимание. Что-то 96 баксов с него не взял. Так, ладно, давай теперь это мы в лабораторию сбегаем. Выбирай задание, где мои данные. Угу. Все, побежали. Правда, я не знаю, не помню, тут можно как-то оббежать по-другому? Наверное, можно. Ты, я так понял, с другой стороны побежал. Умно. Умно. Или нельзя все-таки? Да, тут короче... Эй, дайте мой вакидзаси. Чё там взрываешь? Да я просто люблю взрывы, понимаешь? Так, давай, я через улицу сам пойду. А, блин, я здесь же не поднимусь. Чёрт, к двери. Я точно не поднимусь? Да, наверное, нет. Эх, обидно-то как.